дальше. Угу. А, то есть, повторюсь, когда у вас пакет тысячный, то обгоны у вас уже не снимаются. Аня Плахова, отключи, пожалуйста, микрофон. Вот, далее. Что у нас происходит? Когда у нас происходит заполнение первого уровня под вами на семиугольниках, то есть, соответственно, каждый семиугольник по 700 долларов, то верхний ваш аккаунт зарабатывает 504 доллара, второй уровень у вас тоже зарабатывает 504 доллара, что означает, ваш доход делится здесь по 2, по 252 доллара на каждом. Вот здесь вот табличка видно, да, написано, специально расписала. На третьем уровне, то есть третий уровень ваших кошельков на семиугольников, вот этот ряд, у вас зарабатывает каждое место по 126 долларов, то есть суммарно опять 504 доллара. И таким образом, когда у вас под вами таких 8 человек, которые вошли на семиугольник, ваш доход составит 1500 долларов, то есть 1512 баксов. Здесь понятно? Включайте, пожалуйста, микрофон, кому непонятно. Галин, здравствуйте всем. Это получается, если все эти 8 человек на 7000 долларов, то есть на все полностью. Нет, они зайдут, смотрите, видите, тут 700 баксов. На 700. То есть по 100 долларов. Считаем 100 долларов плюс 100 долларов 200, плюс 100 300, плюс 100 400, плюс 100 500, 600 700, окей? Ага, все, поняла. Смотрите, как считается? Так, Лен, где здесь калькулятор? Ой, спросила у меня такую вещь. Да. Надо на телефоне доставать калькулятор. Олег! Давай, что давай. Ладно, смотрите, каким образом считается вообще доход? 100 долларов. Как правило, вы знаете, да, что 10% уходит на развитие компании. Поэтому доход считается не со 100 долларов, а с 90. Окей? То есть взяли 7 раз по 90 долларов, умножили. Окей? Угу. Угу. И от этой суммы уже считается доход. То есть кто знает, какой у нас сейчас процент начисления бинарной пары идет? 22? 22%. Угу. А здесь у меня я считала при 20%, ну, то есть чуть поменьше, чем сейчас, да? Угу. И сейчас мы получаем подольше. Что получается дальше? Каждый из них вас дублирует, приглашает по 8 человек. И получается на втором уровне 64 семиугольника. То есть под вами 8, потом 16, 32, получается 64 семиугольника. Также идет. При этом ваш верхний аккаунт заработает 4032 доллара. На втором уровне каждый из них заработает, вот каждый из этих аккаунтов мест в бинаре заработает по 2016 долларов. То есть то, что тоже суммарно составляет 4032 доллара. На третьем уровне вот каждый вот из этих ваших кошелечков, да, заработают по 1008 долларов, что составит опять на этом уровне 4032 доллара. То есть таким образом только со второго уровня семиугольников, да, их будет 64, вы заработаете 12 тысяч баксов, 12 100, если правильно брать. Далее, если их суммировать, вот этот первый и второй уровень, у вас получается 13 608. Что происходит дальше? Эти люди вас дублируют, и на третьем уровне, понимаете, всего третье поколение, всего на третьем поколении, ваш доход составит только с третьего поколения 193 тысячи долларов, 536. Они опять суммируются. И так далее. То есть каждый вот этот вот уровень вашего бинара, он увеличивается, увеличивается, и просто тын-тын-тын-тын-тын, слева-справа, слева-справа схлопываются вот эти вот бинарные пары, да? Просто сумасшедший прогрессии, да. Да, почему рекомендуется заходить именно на 7 мест? Ну, вы по деньгам сами видите, да? Только вот на втором уровне, если вы зашли на треугольник, то есть верхний ваш аккаунт заработает 4000, и второй уровень, каждый у вас заработает по 2000 долларов, да? То есть вы заработаете всего 8, а так вы заработаете 12. Если углубляться дальше, то эта прогрессия просто, ну, считайте, вот здесь одну треть часть, ну, третью часть надо убрать. Угу.
Поэтому, когда вы заходите просто на три места, у вас зарабатывает раз аккаунт, два аккаунт, ну, деньги оседают, да, если в одну сторону идет. Раз аккаунт, два аккаунт, в другую сторону идет. Все, здесь же у вас идет сюда, сюда, сюда. То есть за одного человека, за одно действие, за каждого человечка, который приходит к вам в левую или вправо сторону, в правую сторону, у вас деньги начисляются минимум на три кабинета. Если левая сторона меньше, у вас начисляется раз, то есть здесь деньги оседают у вас, да? Два, три. Или два, три. Если вправо, то здесь деньги оседают. Два, три. Или два, три, да? Второй, третий раз. Понимаете, в чем сила? Вопросы есть? Включайте микрофон. Нет, пока что. Ага, смотрите, дальше что происходит. По мере того, как у вас схлопываются бинарные пары, да, то у вас ваш доход начинает расти. Как только ваше каждое место дойдет до $250, ну, одно место, да, у вас этот аккаунт начинает получать 50 на 50. То есть 50% дохода у вас уходит на апгрейд до следующего пакета, что составит $250, разница между ними. 50% у вас уходит на кошелек. Когда у вас пакет апгрейдится до 50 долларов, Ирина Бабкова, подключайте микрофон, что происходит? 75% вы получаете на кошелек, 25% уходит на апгрейд. То есть, когда будет копиться $500, да, то есть разница со следующим пакетом. Чтобы вы понимали, вы не платите там $100, 250, 500 и 1000, да, всего $1000. То есть доплачивается разница. Здесь происходит $150 разница, здесь происходит $250 разница, здесь происходит $500 разница. То есть, когда, скажем так, вот на втором уровне, да, у вас уже все, апгрейды уже произошли. Абсолютно. То есть, вы начинаете уже получать безлимит 100% с начисления. То есть, 100% имеется в виду с начисления бинарной пары, которая идет на данный момент. Вот на данный момент происходит 22%. Угу. Все. Фишка в том, что вы больше сейчас, секундочку, в систему больше у вас нет никаких отчислений. У вас нет здесь ежемесячной активации, у вас здесь нет там прокупки товара, автошипов и так далее. У вас здесь нет абонентских плат, понимаете? Кроме того, что $1 в месяц, да, годовая абонентская плата, $12 за год. Все. То есть здесь вы начинаете получать, ну, как бы, все, у вас уже растет это в прогрессе абсолютно, геометрически. Здесь уже реальный пассив. Именно поэтому бинар, он такой золотой, понимаете? Все, потому что вы вложили всего лишь один раз в каждое место по $100, а сейчас, в принципе, люди есть, которые ну, подороже заходят, да, и стараются верхний аккаунт апгрейдить, чтобы деньги быстрее приходили, ну, имеет смысл быстрее их апгрейдить, чтобы получать 100% доход. Все, золотое дно, понимаете? Кроме того, так как каждое место апгрейдится, да, этот аккаунт апгрейдится, сначала на 250, потом на 500, потом на 1000, да? И то же самое происходит с каждым из них. При этом не обязательно, что сначала этот апгрейдится, потом этот апгрейдится. У вас может в эту ногу, да, прийти по активному партнеру. И этот аккаунт апгрейдится у вас быстрее всех. Или этот аккаунт апгрейдится в этот всех. Но рано или поздно они все апгрейдятся до 1000 баксов, и вы все равно будете получать все свои 100% с каждого кошелька. Понимаете? Это очень круто. То есть каждая ячейка, так как она апгрейдится, смотрите, семиугольник, вот тут написано, да, я это написала, в бинаре каждая ячейка получает начисление 4 раза, то есть 3 апгрейда. Один раз вы приобрели себе место, произошел апгрейд 1, произошел апгрейд 2, произошел апгрейд 3 до 1000 пакет. То есть одного человека, который зашел на семиугольник, который под вами заходит, неважно в какой он глубине, вы будете получать 28 раз одного человека. Угу. То есть каждое место умножается на, ну, 4 раза, да? Все, 28 раз. Если у вас партнер заходит на треугольник, на $300, то всего лишь 12 раз вы будете получать за каждый треугольник. Поэтому, когда вы строите команды, активно строите команды, да, вот пришли сюда за большими деньгами, то учитывайте этот момент. Почему одни будут получать больше, другие будут получать меньше. То есть это конкретно в ваших интересах. Лена? А, так, сейчас я скажу тоже, чтобы я, знаете, я хочу прокомментировать именно апгрейды, потому что благодаря апгрейдам, чтобы вы понимали, что это апгрейды, и есть, да, тот доход, тот пассивный доход от структуры.
То есть у каждой ячейки, когда апгрейдится ячейка, вверх по структуре идут опять начисления, как будто в систему зашли опять вновь деньги. То есть произошли, новый товарооборот произошел. Да. Вот вам момент расчета бинара понятен, как рассчитываться бинар. Вот эти слайды у вас есть? Вы работали с этими слайдами? Галя, у вас вообще выложен этот слайд в бот Telegram? Нет, Лен, такого я вообще не видела, потому что вот я конкретно дома сижу и не могу вот конкретно вот эти теперь цифры прочитать. Но сейчас вот Галина все объяснила, все понятно. А вот в боте нету, так вот именно такого нету. Вообще. Вы сейчас не загружала, Лен. А? Что говоришь, Галь? Не загружала. Не загружала. Загрузи, пожалуйста, и вот дай этот слайд нам. Нашим прям в чат. Пускай они его разберут прям по косточкам сами. Они каждую строчку посмотрят, проверят, поймут, откуда эти цифры. И знаешь, они будут быстрее. Это все. Смотрите, это вот домашнее задание. Здесь специально не стала заполнять вот эти вот чеки. Посчитайте, сколько у вас денег будет на третьем поколении и на четвертом поколении хотя бы. Угу. А вы посчитайте, это всего лишь третье и четвертое поколение, то есть ничего особенного. То есть это, грубо говоря, вы привели первого человека, да, он привел второго поколения, ну, это ваше второе поколение, он пригласил своего партнера третье поколение, он пригласил своего партнера четвертое поколение, и он пригласил с вами пятого партнера. Mm-hmm. То есть всего лишь пять поколений, как в маркетинге на салфетках, да, пять поколений. А вы помните, что там когда... Вы приглашаете людей, то что происходит? Вы приглашаете одного человечка. Так, как тут ручку? Комментировать. Ну, ладно. Короче, происходит на первом уровне 5, да, там 25, 125 или 155, и растет это в геометрической прогрессии, то есть насколько у вас быстро-быстро будут деньги. Вот в этом как раз вот в бинаре, понимаете, в бинаре, он же идет бесконечный. Он реально идет бесконечно, это просто золотой окладезь. Вот где все деньги. Именно поэтому все стремятся, когда приходят в тринар, да, они быстро понимают и переходят в бинар. Ну, точнее, кто понимает. Потому что вся структура, которая строится под вами, любой человек, ваш человек, не ваш человек, перелив он там, да, или вышестоящего партнера, или нижестоящего партнера, это все деньги, деньги, деньги. Лена. Да, знаешь, не убирай, пожалуйста, слайд, пожалуйста, не убирай. Хорошо. Я скажу еще. И параллельно, просто мне поможет. Смотрите, чтобы вы понимали, почему мы взяли семиугольники. Вот в чем сила, ребята. Смотрите, вот я же нарисовала себя, да? Не видно меня? Так, как я не видно? Я видна только демонстрация экрана, все. Леночка, ты в углу, прям маленькая-маленькая. А, да? Я отключаю, Хорошо. Тогда смотрим на Галин слайд и смотрите. Получается, что, видите, на большой треугольник смотрим справа. Там написано 8, 16, 32, 64, 128. Смотрите, прикол в том, что если бы у нас не было условия семиугольник или треугольник, то на том уровне, где стоит 32, вот помните, вот, Галь, покажи указочкой 32, да. Подожди, я тут забыла, как этот самый. Ты что делаешь-то? Ручку ищу. Просто давай дополню. Смотри, пока ты ищешь. Так, где показывать? Давай еще раз. Да, 32. Вот видишь, 32. Да, вот этот уровень. Вот по идее в старом бинаре, в старых моделях бинара, кто заходил раньше по одной ячейке, по идее в команде вот на этом уровне было бы 32 человека. А вы поймите, что у нас на этом уровне всего лишь стоит 8 человек. Это 8 семиугольников. Потому что я хочу, чтобы вы поняли, откуда эти цифры все берутся. Потому что под нами именно стоит 8 человек с семиугольниками. По старой модели это было бы 32 человека. То есть 32 человека купили по одной ячейке, и вот образовалась команда бы в 32 человека. А у нас всего лишь 8. Поймите, какой оборот, какая скорость у нас по стратегии семиугольников и треугольников. Прикиньте себе, насколько вот эту вот надо стратегию продавать. Она стоит внимания огромнейшего. И смотрите дальше, идет следующий ряд, то есть он как бы, да, он идет второй ряд. Для нас это, по идее, только вторая линия, а всего в команде образовывается 64 человека, отдают доходность от 256 ячеек, ребята.
у нас сразу занято, когда заходит 64 человека в команду, у нас 256 ячеек рабочих под нами стоят, которые дают доход. Это же уже, понимаете, чем дальше, чем глубже, знаете, вот квадратная голова расширяется до размера Вселенной. То есть, смотрите, верхняя циферка, да, в треугольничке, это количество партнеров. Да, реальное. То есть количество партнеров, это же ячеечка, да? Да. Второй ряд, это их ячейки, да? Это по 2 умножаются. Третий ряд, это их ячейки умножаются на 4. Окей? Все. То есть, таким образом, вы можете следить, сколько человек реальных, да? Вот здесь вот на третьем уровне 512 человек. Но они это 2048 ячеек, понимаете? Давай скажем так, смотри, это 512 кабинетов, где у кабинетов есть семиугольники. То есть, поняли, да? Это собственники кабинетов. Верхняя цифра – это есть реальное количество людей реальных. А остальное, в нижний показатель 2048, это, по идее, это ячеек по итогу в твоей команде. То есть такой товарооборот ячеек внизу у тебя, под тобой. Поняли, да? Вот момент понятен, дайте обратную связь. Это получается, Лен, 2048 ячеек, это же получается уже там считается по 20%, не 22% же? Ну, считайте по 20%, если там коэффициент меньше. Надо же по таблице, я на YouTube не помню. Смотрите, разница коэффициентов, она вот на этом уровне, она вообще незначительная. Потому что, смотрите, вот посчитайте это, да? У вас зашло 512 человек, но кабинетов у вас 3500. Ну, там, понимаете? То есть они суммируются. Вошло 512 человек, но такое ощущение, вот если бы по одному люди заходят аккаунту, да, то это как 3500, понимаете? Да-да-да, это получается ячейки заняты, да, все понятно. Да. Ага. Да. Поэтому вы получаете минимум на 3 кошелька. То есть первый кошелек, второй кошелек, третий кошелек. Или сюда, да, в зависимости от того, где наименьшее направление. Кроме того, смотрите, плюс в том, что обычно, когда вы будете разговаривать, например, с теми людьми, кто работает в бинаре, да, кто работает в бинаре, они скажут, ну и что, мы тоже можем купить. Они тоже могут купить. Но чтобы у них зарабатывало вот это каждое место, им надо сюда 2 человека пригласить на этот аккаунт. Сюда 2 человека пригласить на аккаунт. Сюда надо пригласить 2 человека на аккаунт. Да, то же самое происходит там. У нас система автоматически ставит всех вниз в наименьшую ногу. То есть нам не надо думать, что у нас здесь происходит, что у нас здесь происходит. Да? И нам не надо отдельно развивать каждое вот это место. Они у нас автоматически заполняются. Если вы сами приглашаете людей, да, или ваш вышестоящий, как бы к вам люди попадают, они автоматически встают под вас. В других бинарах приходится развивать этот аккаунт, выстраивать там, отслеживать там это, как это называется, активность, да, чтобы там складывались бинарные пары. И этот, ну, то есть они обычно заходят на треугольник, потому что с семиугольниками там уже не справиться. И получается, что они не одну ветку строят, как мы, да, у нас автоматически все встает. Они развивают минимум 3 направления. То есть 3 команды строить, ну, это, честно скажу, очень сложно. Да-да, зачем? Если распределяете слева направо, идеально. Система-то идеально работает. Смотрите, в чем еще фишка заключается. Помните, когда мы такое условие вам предупредили, что условие будет 2 человека, слева, ну, короче, слева и справа нужно будет поставить, а для активации бинара 2 людей. Так, а теперь смотрите, какие цифры крутые. Разве вам не интересно мотивационно двигаться вот к этим цифрам, к этим чекам, всего лишь в своей голове, намерение поставить 8 человек пригласить, 8, полностью за линию свою закрыть, именно своими личниками, а не ждать перед... Лена, я бы, честно говоря, ставила вопрос по-другому. Те, кто приходит на деньги, они понимают, что не 2, не 8, не 20 человек будет, ну, как бы, ну, что ждать-то, пока это все дело накопится, там, за несколько лет, да, там, месяцев и так далее, у кого как. Ну, я бы так вообще вопрос не ставила, потому что если у вас от бинарной пары, там, ну, как бы, 0, да, то вы получаете 0. Чтобы заработать, надо, ну, поработать. Вот и все. Если вы сюда приходите как на бизнес, то, блин, смотрите, тут какие деньжища. Только на вашем третьем поколении вы получаете 193 тысячи долларов. Только на третьем поколении. Слушайте, все. Какие тут могут быть вообще ограничения? Да, здесь ограничений нет. Понимаете, вот многие пишут, я хочу дом. Кстати, смотрите, вам сегодня вот реально задание, вот всем, да,
кто сейчас присутствует на Zoom, кто вас смотрит в записи, подумайте, напишите, пожалуйста, список ваших 100. Вот элементарно, список ваших 100. Кто уже был в других сетевых компаниях, они понимают, что, ну, как бы, классное задание, надо это сделать. Почему? Куда вам нужны деньги? Вот напишите. Потому что, в принципе, вот мы говорим о 193 тысячи долларов только вот на этом уровне, да? А может быть, вам такие деньги не нужны? Да. Мы же не знаем, какие вы, понимаете? Нужны вам эти деньги, не нужны вам эти деньги. Да. Напишите вообще, сколько вам нужно. Потому что кому-то достаточно там 50 тысяч рублей, да, и он уже счастлив. То есть, ну, как бы, у него вот эти цифры вообще просто в голове не уложатся. Или в тренаре там 5 площадок, да, то там 7 площадок вообще тоже заоблачное. Там на одной сидит площадке, понимаете? Все тут зависит чисто от вашей финансовой емкости, то есть сколько вам надо. Лена, любовь, будь здорова. Да, да. И на самом деле, правда, ты говоришь, не надо себя ограничивать, потому что вот как раз ограничения поймали, о, 2 человека, все, пипец, какой пассив. Так вот как раз мы говорим о реальном большом пассиве, когда ты активизируешь свою даже минимум элементарно первую линию, и ты поможешь делать то же самое другим людям. Вот там пошли обороты настоящие на все 7 ячеек. Смотрите, тут немножечко еще другой фокус. Когда вы начинаете получать деньги, да, у вас начинаются повышаться другие вибрации. А вот кто проходит обучение по системе ТОР? Помните новое «Я»? Практика такая, да? Вот представьте, каждый из вас, у каждого сейчас из вас своя какая-то заоблачная сумма в голове, да? У кого-то это 100 тысяч, у кого-то 500, у кого-то миллион, у кого-то миллиард. Вот представьте, сумма достаточную, да, вот которая у вас в голове, умножьте ее на 2 раза. И представьте, как вы себя будете чувствовать, зарабатывая такие деньги. Да. Как вы при этом ходите, как вы при этом смотрите, чем вы занимаетесь, какое у вас хобби, где вы путешествуете, да? Как чувствуют при этом ваши дети, что вы им покупаете, то есть во что сами одеваетесь, где кушаете, в какой спортзал ходите, там, куда ездите путешествовать, там, в Крым, например, да, там, или на Бали. Представьте ваши ощущения. Вот можете сейчас поделиться? Когда вы не думаете, сколько у вас денег в кошельке, вы просто идете и покупаете все, что хотите, несмотря на цену. Как вы себя чувствуете? Поделитесь, пожалуйста. Свободно, если честно, просто свободно. Это же кайф. Да, так есть. Стоит ли себя ограничивать 1-2-8 партнеров? Нет. А вот еще вот я хотела бы сказать, если честно, вот по 2 человекам, да, тоже давно вот у нас как бы некоторые сначала возмущались, а потом поняли, я тоже была в том числе. Но вот сейчас вот, если честно, у меня большая благодарность, что вообще не 8, по сути, человек, а всего лишь 2 нужно поставить. Ну да, чтобы активировать бинар, чтобы получать как бы, да, со всей глубины. Достаточно поставить 2 партнеров. Да. Это кому, в принципе, деньги не нужны и довольствуется малым, да? Кому деньги нужны, он пришел за большими деньгами, он на 2 партнерах не остановится. Да. Потому что это, ну, вам дали ключи, просто откладись, понимаете? Вот смотрите, когда мы работали в похожем бинаре в другом проекте, вот честно скажу, у меня за полгода команда была 5000 человек. За полгода работы. И знаете, вот вы идете в магазин, покупаете, что хотите, выходите из магазина, смотрите на баланс, а у вас денег больше, чем вы потратили в магазине. Вот знаете, вот есть такая вот, представьте, что каждый день вам начисляют $1 000 000, что вы с ними делаете, да? Вот кто вы хочет, тратите, больше? Да, вы их тратите, они опять приходят в большем количестве. Да, понимаете, чем больше потратил, тем больше к тебе пришло, прикиньте. Да. Вот так работает бинар, круто, конечно. Вот слава богу, что мы узнали эту модель в таком в живом виде. Поэтому мы эту модель принесли сюда, потому что это действительно возможность зарабатывать, путешествовать вот именно в бинаре, да, когда у вас пришло первое поколение, второе, третье, четвертое, пятое, там уже, знаете, вот идет реально цепная реакция. И я не закончила, когда вы начинаете получать деньги, вы не можете молчать абсолютно. Но для того, чтобы вам начать получать деньги, да, вам сначала нужно поговорить, ну, как бы, кого-то заставить, там, пост написать, там, кому-то позвонить, да, очень сложно. Но когда вы начинаете получать деньги, причем каждый день, там, каждую секунду, именно, возможно, именно в бинаре, то
то вы просто хотите, знаете, делиться этой информацией, вы рассказываете об этом всем. Вы не фиксируетесь на том, кто вам сказал, ой, такого быть не может. В их реальности это не может. В товарном маркетинге этого быть не может. В инвестициях это быть не может. Это может быть только в GL, понимаете? Это реально элитный бизнес. Почему элитный? Потому что здесь вы не продаете баночки, вы здесь не закупаете клетчатые сумки складирования продукции, понимаете? Не тратите деньги каждый месяц, как это происходит обычно в товарных компаниях, как это я делала там. Говорю же, там, да, сколько-то, несколько лет назад, чек сейчас нашла, 75 тысяч, там, 78 тысяч рублей закрытие месяца в товарной компании и куча продукции. Слушайте, это же застрелиться. Кто это проходил, это понимает. Вот. Здесь вложение один раз, и все, дальше у вас апгрейды. Каждый апгрейд – это счастье, потому что каждый апгрейд увеличивает возможность вашего дохода. Если вы зашли на 3 площадки, у вас случился апгрейд, или вы сами зашли на 4-ю площадку, вы можете получать за ту же самую работу больше гораздо, понимаете, приглашая людей на 4. Когда у вас происходит апгрейд на 5-ю площадку в тринаре, я сейчас про тринар, вы можете людей приглашать там не на 1, не на 2, не на 3, не на 4. Вы можете людей приглашать на 5 площадок и получать с этого доход. Потом на 6 вы можете приглашать, потом на 7, понимаете? Вот вы все говорите, как сделать так, чтобы люди приходили в ваш бизнес? А вы повышаете свою... Понимаете, вот некоторые говорят, зайдешь на 10 долларов, там, пригласишь 12 человек, получишь 65 долларов. Слушайте, да я никогда за такую работу не, даже браться не буду. Понимаете? Mm-hmm. То есть повышается ваша финансовая емкость, повышается ваш доход моментально абсолютно. Mm-hmm. Потому что люди хотят зарабатывать больше. Тоже вот, возвращаясь к вопросу Лариса, помните, тогда вот тоже обсуждали? Они не фиксируют, сколько вы будете вкладывать в бизнес, они фиксируют на том, сколько вы получите. Показывайте большие деньги. Показывайте те деньги, которые мотивируют вас. У кого это 30 тысяч, к вам будут люди приходить, которым нужно 30 тысяч. Кто-то показывает миллион, к вам будут приходить люди, которые хотят миллион. Понимаете? А кто-то будет показывать свободную, счастливую, кайфовую жизнь и вообще безлимитную. И к нему будут приходить такие люди, которым это надо. Понимаете? Что транслируете, то получаете. Это закон. Лена? Угу. Так, что у нас полчаса прошло. Благодарю, Галя, за демонстрацию, за объяснение. Я думаю, что сейчас мы выложим вам вот эти слайды. Они очень нужны для работы. Внимательно их посмотрите. Осознайте этот крутямбный бизнес на самом деле. И уже давайте прямые презентации везде. На эфир, делайте эфир в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке. Начните транслировать об этом, кричите об этом. Люди об этом даже не мечтают некоторые. Но пускай они начнут узнавать. Просто некоторые... Об этой возможности, потому что они не идут в бизнес к вам, потому что они не понимают, не осознают об этой возможности. Да, сделайте что... домашку, посчитайте, сколько вы будете получать за 4-й уровень и за 5-й уровень в бинаре. И цифры можете как бы в общем чате. Окей? Все тогда, друзья, хорошего всем дня, осознания, полного драйва, вот этого внутреннего наполнения, вот этой как бы осознанием, да, вот этой возможностью. И давайте передавать уже эту всю классную возможность пошустрее, побыстрее. Дайте людям эту информацию, они в ней нуждаются, правда. Все, всем пока, до завтра. Пока-пока. Угу. Благодарю, Лен, Галя.